И всем привет, с вами я, Александр Новасов. Сегодня мы играем 18-ю часть прохождения, просто Warface играем. Играем мы сегодня на затмение Легко. И уже слились кто-то, ну ладно. Посрать, мы все равно на легком играем. Остальное не важно. Сразу двоих можно пятерых убивать, что вообще не важно. Так, сразу убегаем в машину. Что-то меня уже здесь даже на простом валит. Так, куда идти? Куда идти? Так. Забегаем, значит. Давайте, бежим. Вы идиоты! Что за бежать в тачку не можете? Идиоты. Так. Так, ладно. Так, ладно. Итак, ладно. Все, на этом все. Мы дальше будем продолжать без веб-камеры и микрофона. Что мы встретимся снова? Что-то он подключился к нашему каналу. Сильные помехи на линии. Пытаемся наладить связь. Держитесь, бойцы! Не дайте им добраться до машины! Мы все еще пытаемся наладить связь. Буря! Меняем сигнал! Каналы связи. Никто не придет вам на помощь. Никто, кроме меня. Вы мне не доверяете, но я ваш единственный шанс пережить эту ночь. Неподалеку есть древние руины. Там вы найдете укрытие и припасы. Только учтите, туда нет пропасть в пути. Вам придется проложить его сами. Эта небольшая перестрелка не осталась незамеченной. Скоро Блэквуд выйдут на след. Я проведу вас через аванпост, но вы должны делать только то, что я скажу. Можете поверить, сейчас это в наших общих интересах. Советую не соваться в темноту. Кто знает, что может скрываться в этих дисках. Так держать. Вы настоящие герои. Для своего блага.
признать, этот эксперимент с зомби получился весьма неудачным. Но он был необходим. У прогресса всегда есть своя цена. Теперь нужно забыть об ошибках прошлого и сосредоточиться на будущем. Приготовьтесь к встрече. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Заперты в бункере. Придется уничтожить системы защиты, чтобы выбраться из него. Готов к бою! В ближайшей деревне полным-полно зомби. Советую вам быть начеку. Продолжайте.
отключены. Особых потерь. Теперь придется разобраться с тем, что внутри. Найдите вход в подземную базу. Это и есть убежище, которое вам сейчас так необходимо. Достигнем до контрольной точки. Боезапас пополнен. Теперь запечатайте восточный выход.
следуй за мной. Прием! Доложите! Вы меня слышите? Да, наконец-то связь восстановлена. Блэкфуд глушили наш сигнал на протяжении многих часов. Я рад, что с вами все в порядке. Теперь вы должны подняться на возвышение, чтобы вертушка могла вас забрать. Явно не собирается вас так просто отпускать. Ничего, мы вытащим вас. Только доберитесь до точки эвакуации. Чудовищем не стоит шутить!
Стойте вместе. Сфокусируйте огонь на цели, когда она уязвима. Спасибо, Дом. Мало времени. Блэквуд с минуты на минуту сотрет здесь все в порошок. Значит, Оберон хотел сделать грязную работу нашими руками.
Не люблю играть вслепую, но во всем есть светлые стороны. Мы прекратили производство зомби. Вряд ли Оберон на этом остановится, так что мы должны быть готовы. Боюсь, это не последняя наша встреча с монстрами Блэкфорд. Следуй за мной!